Приветствую всех. Значит, если вас достало вот этот агрегатик вентилятор, как меня, то значит смотрим попытку его реставрации. То есть понятно, что втулки снимаем, смазываем, обратно собираем, но через время мы имеем опять же результат. Вот я там, торбо у меня этих вентиляторов, и я вот выбрал такой, как бы, который похуже. Да. Так, этот что у нас? Ну, сейчас мы будем его... Попробуем его реставрировать. Ой. Я не туда подаю. Этот почему-то у меня тоже в... Он потом, видно, клинит. Значит, для того я прикупил вот таких вот подшипничков и таких. Это дешевле. Эти где-то 10 штук 2,5 доллара, а этих 20 штук 1,5 доллара. Эти, конечно, заметно аккуратнее сделаны, если рассмотреть особенно. Но тем не менее, мы будем пробовать вот с этих дешевых. В одном нет пыльника. Я рассмотрел, значит, железные шарики и пластиковая обойма в середине. Значит, в чем нюанс? Я подшипники взял 8 понаружи, внутренние 3. Оно должно сюда сесть, садиться неплотно. Так, а вот этот лучше, то есть это красиво садится вообще. Цена играет роль все-таки. Но все-таки, если мы его покрутим, он... работает как подшипник. Да, кстати, говорили, что бывает они алюминиевые, вот он металлический, видно. Ладно, попробуем их сюда оформить. Значит, еще раз, в чем нюанс. У нас подшипник имеет 8 понаружи. А вот эта втулочка имеет 7. Выдавливаем втулку. Я пробовал их и разворачивать, эти втулки, и любыми маслами мазать, но никак. Значит, сейчас нам надо сюда оформить подшипничек. Для этого я взял сверлышки. 7,6 есть у меня. Это 8. Это 7,9 показывает. Будем действовать каким путем? Пойдем сначала вот этим. И вот так в наглую. Есть станок, конечно, сверлильный, но он уже на работе. А мы вручную пробуем. Угу. Все сделал 0,5 миллиметра. Ничего.
Да. Прошел я еще вот такой вот фрезой восьмерка. Она подобрала и на вид. Пластик, пластик. На перекус пошел. Значит, эти подшипнички дешевые не годятся для вентиляторов. Вот я собрал на одном, и он болтается и гремит. Во втором я поставил один дорогой спереди. Вот такой с металлическим. И дешевый сзади. Пока он был на одном, в общем-то, он тоже тихо работал. Сейчас он гремит. Сейчас я поменяю, покажу как. Попробую поменять. Ого, далеко засунул, ну ладно. Нет, хорошо, как раз угадал. А вот поставил два дорогих. Ну, подороже дорогих. Да, отлично. И продемонстрирую, где два стоит дешевых.
Ну, отличный результат, как. Сейчас я в этом вентиляторе поменяю на те, которые подороже. Сравним разницу. Он плотно садится на вал, как раз по размеру хорошо. Чувствуется, оно плотно село. Для сравнения покажу заводской кулер. Здесь подшипник стоит один, а с задней части втулочка. Но тоже хороший подшипник, похож очень на вот эти, которые в этой, ну, на внешний вид, по крайней мере. Старый кулер. Поставлю на прогонку, пусть поработает.